Есть. Надоело. Пора идти искать форель. Ну вот, если вам видно, вон впереди такой угол, свал. Надеюсь, что глубокий, с завалами. Там едва-едва течет пеночка, видите? И вот там кинуть-то нельзя, там можно только помакать. Сейчас попробую резиной кого-нибудь там соблазнить. Где-то вот здесь на берегу встать и попытаться в дырки покидывать. Ну вот еще и дождик пошел небольшой. Конечно, место здесь для облова минимально. Просто катастрофически минимально. Было. Из-под коряшки кто-то выскочил. Такой хороший перекатик. Должна быть форелька. Если и тут окушары, блин, то я уже не знаю тогда, где же ее ловить. Зеленую личинку поставил. Яма хорошая на сливе. Что надо еще? Опа, зацеп. Ну вот, только что здесь вот бросал, вот на этом месте. Там зацепился, зашел в воду, провел вот сюда. Здесь повытаскивал несколько окушков. И потом поменял личинку с розовой головой на белую. И вот здесь где-то оттуда вылетела форелина и взяла. Надо же, заходил в лоб к ней, стоял по пояс, вынимал это. Вот такая красавица вылетела. Отпустим, пусть живет. Значит, следы человека не все выгреб. Это следы впереди идущего. Может, сегодня даже идет, не знаю. Ну, иди, родная. Гуляй. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай, переворачивайся, переворачивайся. 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 И пошла, пошла, пошла. Встала где-нибудь. Вот, умничка. Вот так. Воды в реке нету совсем. Такая беда. По щиколотку. И рыбе стать толком негде. Ладно, будем искать более глубокие места. По такой низкой воде, когда рыба отожрана поденкой и головастиками, она крайне осторожна. Надо соблюдать даже, как ты идешь по воде. Ноги тихо ставить. Чуть шумнул, смотришь, уже бурун какой-нибудь на воде убежала. Она сейчас очень осторожна. Ее сейчас крайне тяжело поймать. Будем пробовать. Так, съемка заканчивается, дождь пошел сильно. Вот место перспективное. Всегда здесь была рыба. И был всплеск у берега. Сейчас посмотрим, будет кто-нибудь или нет. Кто-то атаковал. Кто-то атаковал приманку. Сейчас посмотрим еще раз.
не хочет поменяем воблер.